Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство ZTE Blade A71. И сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера. Итак, для этого мы открываем браузер, которым пользуемся. Я открываю Chrome. Ну, принцип везде, в принципе, похож. Так что далее нажимаем на три точечки в правом верхнем углу. Выбираем истории. Далее нажимаем Clear Browsing Data. Здесь мы выбираем временной диапазон и выбираем, что именно мы хотим очистить, и нажимаем Clear Data. И таким образом мы очищаем историю браузера. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.